А почему 8? Вроде как бесконечность. Можно и так. Мы даем гарантию на 50 лет. Вот тут подпишите. Это что, типа, я могу умереть, никому не жалко? Ну да. Вы точно решили? Если они уверены, советую отказаться. Обратной дороги не будет. Сначала появится чувство дискомфорта. Понос, рвота, головная боль. Вы почувствуете острый приступ одиночества. Вам будет казаться, что вы один. На самом деле так оно и есть. Вы один. Мы все одни. Мы окружаем себя контактами, общением, создаем иллюзию. Наше одиночество никуда не уходит. Мы просто забиваем его людьми. Это инстинкт самосохранения. Для того, чтобы выжить, человеку нужны другие. Интересно, а до того, как вы пришли ко мне на курс, вы долго пытались ее забыть естественным путем? Долго. Могли бы еще попытаться. Больше не могу. Больно. Боль – это начало чего-то нового. Все хотят спокойствия, а боль – это переживание, сознание, взросление. У вас могла бы быть полноценная жизнь. Я согласен быть ущербным и спокойным. Зря. Время все лечит. Ничего время не лечит. Вы знаете, что такое, когда вся жизнь сводится к цифрам на телефоне? Цифрам? Цифрам, да, к цифрам. Когда ты залезаешь в ее контакт, смотришь, когда она последний раз была в сети и когда держала телефон в руках. Или держит его сейчас, и там написано «подключена», «подключена». И вот эта «подключена» — это становится единственной ниткой, которая тебя вот с ней связывает. Это она? Да. Вы точно хотите стереть ее из вашей памяти? Да. Тогда вам нужно удалить все эти контакты. Уничтожьте все фотографии из телефона и компьютера. И все видео. Сотрите все. Удалите из друзей, поставьте в черный список.
Я сказала все. Что теперь? А теперь не пугайтесь. После четвертой таблетки она вам будет везде мерещиться. Это может оказаться тяжело. Если не сможете терпеть, дайте выплеск эмоциям. Не сдерживайте себя. После пятой таблетки вы будете думать о ней постоянно. Ради Бога, ни в коем случае не пытайтесь ее увидеть. Ни в коем случае не пытайтесь ее увидеть. Ну вот зачем мы к ней пошли? Люди вообще предсказуемы, поэтому таблетки действуют. Если бы люди были более вариативны, если бы люди могли удивлять, таблетки бы не сработали. А почему мы туда пошли? Что это за место? Обычная библиотека. Мы там познакомились, а она там работает. Вы посещаете библиотеки? Нет, зашел зарядить телефон. Она обычная девушка, ну, может быть, таких тысяч даже интереснее, но когда я увидел ее, я подумал о том, что, ну, как будто бы я ее знаю давно, как будто мы с ней уже знакомы. Не волнуйтесь. Теперь она будет стираться из вашей памяти. А если я встречу ее на улице?
вы ее не узнаете. А если я встречу на улице? Вы не узнаете ее. Если я встречу на улице? Вы не узнаете ее. Спасибо вам большое. Я не хочу. Я прекращаю курс. Я не хочу ее забывать. И я выбросил последние две таблетки. 90% из 100 пугаются измененных воспоминаний и дают задний ход на 6-й таблетке. Поэтому 6 таблеток достаточно. Как 6? А бесконечность? Оставшиеся 2 таблетки просто витамины. Процесс уже необратим. Окончательный результат курса наступит через неделю, а я жду вас в среду. Какие витамины? Витамин С, магний и кальций. Хорошие, кстати. Зря выбросили. Вы ее забудете. Вы будете счастливы. У вас ничего не получится. Я не смогу ее забыть. Нет, ваши таблетки — развод. Она везде. Она внутри меня. Ваши таблетки не действуют. Узнаете кого-нибудь? Нет, а я кого-то должен узнать. Кто они? Вы с кем-нибудь из них знакомы? Я же сказал, что нет. А при чем тут эти фотографии? Просто так. Thank you.
Thank you.